касаемся и сорочинцев, сорочинской ярмарки. Что стоит отметить? Организация на ужаснейшем уровне. Если вы едете первый раз, вам с трудом удастся отыскать место ярмарки. Ни одного указателя, ну, ни одного обозначения, ну, блин, вообще ничего. Неужели трудно взять просто на асфальте краской, нарисовать стрелки и показать всем желающим, куда надо ехать? Является проблематичным. Дальше, на входе не раздаются никакие, я не знаю, схемы ярмарки. Хотелось бы понимать, вот здесь там, например, изделия ручной работы, вот здесь кожа, вот здесь меха, вот здесь там, не знаю, ширпотреб, вот здесь еда. Вот интересный вопрос, который повисает в воздухе: а кто же зарабатывает на этой ярмарке? Потому что сами по себе сорочинцы не создают впечатления богатого населенного пункта, который пышет здоровьем и финансовым благополучием. Такое впечатление, что кто-то берет, ну, место в аренду, сдает места также в аренду, берет местовые. Ну, на этом и все. Площадка должна принадлежать органу местного самоуправления. Именно орган местного самоуправления должен заключать единоразовые договоры аренды со всеми желающими посетить эту ярмарку. Места должны продаваться в течение года онлайн, максимально открыто. Деньги должны переводиться на счет местного сельского совета. Мы не слышим никаких информповодов о том, что глава сельского совета Великих Сорочинцев сделал это, сделал то, там улучшил какой-то экономический показатель. О нем просто не слышно. Скорее всего, это среднестатистический чиновник, которого выбрали, который местный, который, ну, не вредит, и слава богу. Скорее всего, наполнение происходит банально: взяли в аренду земельный участок, платят земельный налог. Но тут мы видим классику жанра, классическую экономическую выгоду, что богатство не в праве собственности у местного самоуправления, у местной громады находится эта земля, а в праве эксплуатации. Более предприимчивые дельцы правильно дают ладу, ну, вот такой вот земельной делянки, а местное самоуправление жует сопли и продолжает радовать всех видвидующих плохими дорогами, обшарпанными зданиями, какими-то бурьянами по обочине. Задача стояла, допустим, у меня, пожалуйста, наполнение бюджета села Великие Сорочинцы. Вопрос стоял бы жестко: ребята, либо вы наполняете бюджет максимально, либо вы идете на три буквы в ближайшем направлении. Нет, значит, Великие Сорочинцы, все знают, что в этом населенном пункте проводится сорочинский ярмарок. И он будет проводиться ровно там, где скажет орган местного самоуправления. Одна-две пресс-конференции, рассказать о новом формате фестиваля, ярмарки и взять бразды правления в свои руки. А тут, блин, то место на отшибе, блин, огородить забором и сказать: все, там, сидите там в своем уголке, балуйтесь. Орган местного самоуправления не должен бояться брать инициативу в свои руки, не должен бояться наполнять бюджет своего населенного пункта. Тогда будут и дороги, будет и свет, будет и покошено, будет и убрано. Умничать можно сколь угодно много, но вот я возвращаюсь из Сорочинцев и понимаю, что в Елизаветовке должна быть зарегистрирована новая торговая марка — Елизаветевский ярмарок. И там реально делать так, как, ну, должно быть. Вот как надо вообще организовывать ярмарки, если это проходило в Елизаветовке? Неважно, едешь ты из Днепропетровска, из Днепродзержинска, только пересек границу населенного пункта, табличка Елизаветовка, сразу за большой 12-метровой статуей Максима Волостного, раз и направо, вот тебе и ярмарка.